Ну что ж, я вас всех приветствую, друзья. У нас хоррор, психологический хоррор и фу. В общем, будем мы в особняке хирурга, который умер. Как ты видишь, первая игрушка с камерой и сразу хоррор. Так что давайте не будем тянуть, поехали. Очень долго настраивал я эту камеру ебучую. Александр, здравствуйте. Мы рады, что вы согласились приехать на наш корпоратив в честь завершения проекта. Нам очень важно, чтобы вы присутствовали на этом мероприятии. 8 вечера будет начало. Вы придете? Да-да, конечно. Здравствуйте, 8. Ага. Я тебе чё, блядь, скорострел? Так читать. Так вот, очень долго я все настраивал. Заебали меня эти... То ярко, то темно, то пиздец, то вообще все, блядь. Вообще так лень было записывать что-то. Так, я так понимаю, озвучка покинула чат вообще. А может, ее и не было. А может, ее и не было. Так, ну по сенсе норм. Че тут? Можно что-то? Ага, кольцо. Понятно. О, ящики можно юзать. Знаешь, на что нужно что это? О, отмычка. Знаешь, на что похоже? На Lost Alan Ultimate. Мой друг любил собирать шары. Жаль, что мы перестали общаться. Так, это за какого-то Артема. Подожди, вначале стол. Записка. Меня забавляет, как детство стало для меня родным домом. Вспоминая детство, я будто бы усваиваю новый для себя урок быть уверенным. Я сильно был добр раньше, это доброта. Ох, это доброта, понятно. Записки тут не несут, походу, никакого смысла. Наверное, по крайней мере, сейчас. Отмычка. А что, нельзя? Что происходит? Я встаю утром и не хочу никуда идти. О, чувак, да, это у всех так. Мишка, а чё на Мишке? Ладно. А как? А куда? Ну это как в Скайриме, я понял. Ага, нашел. Нет. Почти. Назад. Вот. Вот. Так, понял, сюда тоже отмычка. А, на ключ-карту. Охуеть. О, зажигалка. Зажигалка. Давай сразу. Ни хрена, правда, не видно. А, так, я не всегда был уверен, что хирург — это мое призвание. Да-да-да, чувак. И тут открыто. И тут открыто. Часы, чё на часах? Чё на часах? Ничего. Может, какая-то всё-таки будет инфа. Так, странная вещь — кровь. Она лишь пешка, которая двигает вперед нас и наши органы. Думаю, тут ничего интересного. Операции, страдания, тревога. Что если я хочу побыть один? Так побудь, в чем проблема? Чаша. Не знаю. Ищем дальше. Ищем дальше что-то. Что-то ищем дальше. А, сегодня мне было плохо. Я весь день не ел и смотрел в потолок, мечтая о будущем. Да. Да-да-да. А, и... Где я еще не был? Вот тут я еще не был. А тут закрыто. А, вот тут я еще не был. Так, шкафчики. Так, понятно. Понятно. А, мне кажется, что меня преследуют. Тебе, наверное, не кажется. Давай моих... Бля. Раз. Два. Темно, как в жопе. Три.
Сегодня прошел пятый день, когда я сделал неудачную операцию. Мой начальник говорит, что я не виноват, но он ошибается. Тут ничего нет. Вырви глаз, блядь, нихуя. Опа, опа, я что-то вижу. Я вижу ключ. Все. Опа, а вот тут? Нет. Я вижу ключ. Вы че, блядь? Ты, блядь, кто? А выглядывать могу? Могу. Кто он делся? Ну, это, так понимаю, закрыто на ключ. А нахуя я взял ключ? Все, я понял. Я понял. Ключ отсюда. Нож. Взято нож. Нахуя мне нож? Может, ножом вместо отмычки? Ага, да-да. Да-да-да-да-да, конечно, блядь. И чё? И где? Где я что мог упустить? Не понял. Давай тыкаться по всем ящикам. Может, что-то... Я хуй его отрезать, перерезать, открыть. Давай пиццу порежем, я не знаю, давай. Я хуй его, блядь. Но эти я все открывал. Опа, что-то нажал. Веревочка? Ты серьезно сейчас, да? Понятно. Ключ. 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 Допустим. Ключ, по идее, отсюда. А больше некуда идти. Ой, бля. Ой, стоп. Стоп, ручка. Ну, ручка как ручка. Чё на ней? Скорее всего, все заметки были написаны этой ручкой. Как же я устал от всего этого. Ты, блядь. Понял. Сейчас, походу, будет мне пиздец. Рабочий день закончен. Ура. Хотя, кому я радуюсь? Чего я радуюсь? Что это? Шприц. Написано. В нем немного жидкости. Странно, что он здесь делает. Отдыхает. Сегодня очередное утро. Я счастлив. Надеюсь, сегодняшняя операция проведу в хорошем настроении. Я уже даже придумал, что я буду делать сегодня вечером. Барабанная дробь. Писать автобиографию. Да. Пиши. А мне что делать? А у меня, ля, ни зажигалки, нихуя нет. Чё это было? Вот чё-то появилось. Отмычка. Блять! Сука. Ладно, блять. Отмычку, да, взяли? Ой, сука. Хорошо, он выпрыгнул. Прям. Да, блядь, сработаешь ты сегодня или нет? Наконец-то. Что тут? Какой-то крючок рыболовный, да? Интересный крючок. Хозяин дома, видимо, любит рыбачить. О! Крюч-карта. Взять. Страх. Страх — это прекрасное время. Да-да-да. Да-да-да. Так, ну смотри, у нас есть ключ-карта. Пошли. Ключ-карта. Ну, понятно. Тут какой-то код. Это уже хорошо. А картина с какими-то глазами. Это может быть подсказкой. А мне интересно наблюдать за мелочами. Я часто, когда иду на работу, так. Это понятно. А все должно быть по порядку. А, даже цифры не люблю считать в разброс. Поэтому я и ненавидел математику. Все должно быть по порядку. Так, порой меня это даже пугает, но не об этом. Сегодня я провел 3 операции.
Допустим, цифра 3. Сейчас запишем. Поехали. Подожди. Раз, два, три, четыре. Как лежат записки? Раз, два, три. А, то есть один темный не в счет. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Типа, да, буква Г, да? Давай посмотрим. Первая цифра 3. Сегодня братья Дрозери пригласили меня так погулять. Желание сделать идеальные роды. Девушке исполнилось 25 лет. Ой, блядь. А как? 12 мое нелюбимое число. Именно столько операций я провел под отметкой критическая степень. Т-т-т. А 13 это его любимое число. 3, 25, 12, 13. 3. Если он любит их по порядку. 3, 12, 13, 25. Правильно? 3, 12, 13, 25. Ебать. Гений. Ебаный. Назначить на единичку. Еба, вырви глаз в натуре, блять, я нихуя не вижу. А куда идти-то? На выход? Так, ну, я не пойму. У нас, в принципе, остался второй этаж. Но там было завалено. Возможно, теперь что-то произошло. Да, смотри, открыто. Блять. Это загрузка, ебать. Я думал, все, пиздец, приехали. Так, ну давай, наверное, с этой стороны начнем. Все, закончили. Закончили, пошли в эту. Какой же уебищный фонарь. Я нихуя не вижу. Опа. 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 Опа, это что? Предохранитель, понял? Ищем предохранители. Опа, еще один. Главное, внимательно. А сколько их надо? И как узнать? Опа, вижу еще один. Так, а с этой стороны я смотрел? Нет, не смотрел. Точнее же, опа. Сколько их у меня? 4. Опа. 4. А как? Подожди. 4, 3, 1, 9? Или 1, 3, 4, 9? Короче, 4, 3, 1, 9. Давай попробуем. 4, 3, 1, 9. 4, 3, 1, 9. Да, ёпта. О, блядь, их как раз все 4 я и нашел. Не, фонарь я не выкидываю, я ебал. А, закрыто. Опять ключ-карта. Опа, ключ. Свечку зажгем. Ключ возьмем. Ключ. Угадал. Понял. Тут не срать. О, опять ключ. Чертовы братья Дрозери. Зря я с ними связался. Они стали какими-то другими. Да, я тебя понимаю. Можно открыть? Нельзя. Тут нельзя. Тут ничего. Тут ничего. Отчего ключ? О, пошел. Ты куда? Сука. Ключик. Значит, о, записулька. Завтра мы с мамой уедем. Папа обещал мне, что оставить. Чё? Папа обещал мне что-то оставить. Но так этого и не сделал. А, понятно. Понятно. Так, свечки зажигаем по-любому. Я манал. Опять какой-то сундук. А, он без загадки? Вообще халява. О, так, тихо. Записки.
Я подарил маме подарок. Ей понравилось. Правда, папа пришел поздно, и они долго срались на кухне. Ну, срались. Ну, записки не знаю. Я их быстренько, знаешь, глазами пробегаю просто. Но сегодня мы играли в прятки. Папа нашел меня 2 раза. Что дальше? Мне иногда страшно выйти из комнаты. Папа приходит с работы злой. Обычно раньше Понятно. Я записки, я же тебе говорю, я их быстро пробегаю глазами. Если что-то есть нужное, я эти моменты как бы прочитываю. Кабинет. Наверное, кабинет вот этого хирурга. Можно? Дневник. Да не пихай меня ящиком. Ну, в ящиках ничего нет. Ключ. Записка. Нет. А и что? Взят ключ. От чего? Типа, тут ни записок, ни хуя. Вообще никакой инфы. Давай свечу зажгем. Бред. Ладно, валим. Что у нас осталось? У нас осталось этот выход только. Только выход. Тут ничего не было. У нас остался выход. Он вот. Ну, это... Да. По-другому не дано. Блять, назначить. О. Ну, я бы пошел туда, но я смотрю, судя по отрисовке, мне чисто в двери. Ну, блять. Блять, тут кто-то был. Естественно, подвал. Кстати, тоже напоминает мне какую-то игру. Тут ничего нет? Нет. Никаких секретов, ничего не засунули. Закрыто, открыто. Ага. Ой, бля. А ну. А, то есть до пизды, я понял. Ищем записку. Вот записка. Я устал. Поначалу мне нравится быть бандитом, но что я вижу сейчас? Так, кто знает, что на уме у покойника? Ты с вам правой рукой. Ну, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Никакой инфы. Нет, ебать. А с этим что делать? Чё? Оно не взаимодействует. И что? Ах ты ёбаный. А ты нет. Приятной игры, дружище. А что, а я нет? А, я, короче, угадал. Я их 2 вверх поднял. Охуеть. Может и тут подсказка. Разраб одинокий чушпан девственник. А ты нет, понятно, преград, я понял. 43-13, это 4-3-1-3. 4-3-1-3. О как. О как. О как, блять. Это что было? Это вот это открылось? Ну, похоже, кстати. Похоже. О, ключ. Ключ. Записка. Фрэнка больше нет. Моя попытка работает. Он пришел меня успокаивать и говорит, что я сошла с ума. Та-та-та-та-та-та-та. Непонятно, конечно. К чему эта записка? Ну да ладно. Так, Александр, какой он? Так. Все понятно, ничего там нет. Ничего там нет. А, я взял какой-то ключ. Сейчас узнаем, откуда он.
Фрэнк уехал в город. Понятно, понятно, понятно. Нам знаменали. Залечь надо. Что они тут делали? А, нет, не сюда. Сюда, значит. Еба! Не, ну это такое, конечно, себе. Он вылез вроде резко, но недостаточно. Фрэнк никак не может. Понятно. Странные мысли в башке. Да-да-да. Конечно же. Ключ-карта. Ключ-карта. Записка. Джексон жив. Какой из них? Майкл? А, трехмя писал записки в тетради. Так, цифра 3 есть. Что, где, блядь, упало нахуй? Ой, блядь. Ну тут смотри, тут ничего даже нет. Дверь вылетела откуда? А, отсюда. Охуеть. Ладно, пока подожди, со стрелочками мы разберемся потом с тобой. Давай мы это все осмотрим. Ну, походу, тут кроме этих стрелочек ничего как бы нет. Нет, записка есть. Мне страшно, Анна все больше проводит время в доме Джексона. Ну, потому что она с ним чпокается нахуй. Ну, смотри, тут нет ничего. Типа вначале записку, а потом туда, да? Короче, Анна воскресила Джексона, как я понял, да? Да, но есть одна большая проблема. Он не может жить без того, что от него осталось. А что от него осталось? Охую. Сейчас посмотрим какое-то, может, объяснение, я не знаю. Только не говори, что я буду сейчас отсюда въебывать. И сейчас скримак, да? Прям въеблец. Давай. Я уже готов. Короче, кто-то лежит непонятный. Но я готов. Ифу? Да, ифу, блядь. Ну, короче, как я понял, это конец. Такой вот, короче, хоррор. Не сказать бы, что прям пиздатый. Один скример был. Такой прям реально, что с жопы. Ой, блядь, волосы на жопе зашевелились. А остальное все обычно. Индюшка, походили, посмотрели, поразгадывали всякие загадочки. Ну, с натяжечкой. Такую на шестерочку, наверное, и подтянет. Все, ребят, всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь, опять же, колокольчик. Не забывай про него обязательно. Ну и смотрите с удовольствием под печеньки, под что-нибудь такое. Все, ребят, всем пока.